Вот так из простой шерсти получается нить. Нина Николаевна четверть века придет на ножной прялке. Я всегда хотела научиться прясть. Села, няня бы. То нога, надо давить и тут следить. Пока приноровишься, везде надо сноровку. В поисках прялки Светлана Егоровна посетила не одно село. Из шести рабочая оказалась одна. Она легонькая, хорошая, еще более-менее. Ну вот мастеров сейчас нет, вот крутишь ее, она вот все нормально идет, легко, хорошо. Да что ты. Вот. А вот эта вот нитка спадывает, и я вот не знаю, где мастера найти. Шерсть тоже найти непросто. Материал для вязания используют только от весенней стрижки овец и лучше тонкорунных. Прежде чем ее прясть, ее нужно растеребить. Можно руками, конечно, можно чёсками есть. Ну, руками вот так вот нравится, чтобы она была воздушная и легко вот так вот тянулась. Готовые нити сматывает в лубки, а потом вяжет носки, варежки, шапки. Никакой синтетики. Тепло, хорошо, уютно. Всегда навязано, кучами навязано, всяких сортов. Она кому угодно может подарить, вот такой человек. Длинные зимние вечера, а мастерица вновь со спицами в руках. Мне нравится это все, вот это вот мое, я люблю этим заниматься.